22 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Александром Жилкиным. На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией во всех областях. Выражено удовлетворение расширением сотрудничества нашей страны с отдельными субъектами России, в том числе с Астраханской областью. Было отмечено, что проведение недавно в Астрахани 4-го саммита глав государств прикаспийских стран служит развитию связи между этими странами. Губернатор Александр Жилкин высоко оценил проекта, реализуемые фондом Гейдара Алиева в Астрахани, отметив, что население области с большим одобрением поддерживает эти проекты. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджанской республикой и Астраханской областью Российской Федерации.